Там какие-то другие ощущения абсолютно. Здесь ты ощущаешь, что ты всего лишь человек, слабое создание. Какая-то боль становится внутри, такая мощная. И оно просто выходит со слезами, и потом голова просто становится такой ватной. Мне кажется, если здесь находиться какое-то определенное количество времени, на очень многие вопросы, на которые у тебя нет ответа, можно ответить самому себе проще всего. Я, видимо, иду для того, чтобы узнать, что для меня это место силы. Может быть, это просто красивая картинка со стуканом, а может, она действительно какой-то силой обладает. Спокойствие. Надо вообще сохранять спокойствие. Природа страха, неуверенность в себе. Выключи свой. Я как будто в чистилище попала.